В Таиланде сразу три десятка иностранных пенсионеров были задержаны за то, что коротали время, играя в карты. Стражи порядка нагрянули в бридж-клуб, где собирались пожилые туристы из Европы, по сигналу некого доброжелателя, который утверждал, что в здании действует подпольное казино. В процессе обыска выяснилось, что донос сложный, и на деньги там не играют. Однако полицейские воспользовались законом 35-го года, действующим до сих пор, который запрещает хранение в одном помещении более 120 игральных карт. В итоге пенсионеров продержали 12 часов в управлении полиции, затем оштрафовали на $150 каждого и отпустили.